вчера состоялся розыгрыш в компании Howard, который длился в течение месяца в сентябре. Проводили их наши лидеры команды. Розыгрыш назывался «Операция Смартфон». Я не участвовала в этом розыгрыше, но болела за победителей. И вот было предъявлено три победителя. Первое место занял Илья Дорофеев, Италия. Он выиграл главный приз «Смартфон». Второе место занял Антон Анкудимов, Россия. Он получает денежный приз в размере 500 рублей. И третье место занял наш папа, мой муж, Михаил Ворошилов, Беларусь. Он получил денежный приз в размере 300 рублей. Мой муж сейчас находится за границей, не смотрел розыгрыш, но мы поспешили ему отправить смс и поздравить с выигрышем. Денежный приз мы получили сразу. Я попросила, чтобы деньги нам перевели на наш единый кошелек в долларах. И он моментально пришел. Вот смотрите. Вот мой единый кошелек. Это браузер. Так что это не нарисовка, не какая-то. Единый кошелек. Вот ссылка wallet.com. Здравствуйте. Поступил перевод. Отправитель Ирина Николаева Маркелова. Описание: за третье место в размере 5,43 доллара. Вот так, друзья, вне зависимости от того, в какой стране мы живем, наш проект международный, с нами уже более 930 тысяч участников из 160 стран мира, и мы получаем денежные переводы и вознаграждения со всего мира. Кто хочет не только получать денежные переводы, вознаграждения, но также участвовать в проекте «Всем миром», участвовать в различных конкурсах, розыгрышей. Ссылка на проект будет с этим видео. Вот моя страничка ВКонтакте, закрепленная запись вместе с презентацией. Ссылка на проект, смотрите презентацию, ознакомьтесь, присоединяйтесь. Всем хорошего настроения. С вами Татьяна Ворошилова. Всем миром!